Поехали. Walk in the dark. Блин, шикарно. Я сейчас, кстати, я говорю, что-то было. У тебя тоже этот звук? Да, жесткий, я тебе говорю, это типа помехи, которые сбили вертолет. Нет, чел, звук! Из «Войны миров», помнишь «Война миров» фильм? Да. Это этот звук! Да. Охренеть, так, где ты? Эй! Я? Вот он, ты я вот. Я в темноте вот. Гружусь, подожди. А, ты грузишься? Ты что-то дергаешься, стоишь. Так, так. Я пока возьму что-то в ящике. У меня почему темный экран? Я бегаю? Нет. А я слышу шаги, что я бегаю. А, вот теперь бегаешь. Бегаешь, да. О! У меня появилась этот. Надпись. James Quick Get. Да. Это чел, видимо, который валяется, это Джеймс. Он говорит, быстрее! Нужна помощь! Лагерь Рогейн недалеко отсюда. Вы должны туда пойти, вы должны идти на юг по дороге. И вообще придите туда. Возьмите компас. Окей, я взял компас. На саут по дороге. О, шикарно. Нам как раз вот к той хрени светящейся. Так, теперь что, есть? Да. Хорош. Так, UH-80. Ghost Hawk. Hawk. Компас что, компас мне? Да. Давай. Итак, 4 синих штуки взял. Забирай все остальные, ладно? Сейчас будем идти по дороге, кидай их. Где аптечки? Чё там, Джеймс? Давай, говори. It's all. Пристрели тебе, нига. Да у тебя патронов нет, ты даже не сможешь. Так, все, ладно, побежали, кидай. Вот, пошли к тому этому. Нам надо здание, да, круто. Какая-то церковная штука. Смотри, здесь какой-то домик. Паркер, подожди, кто это Паркер? Не знаю. Это ты Паркер? Я Джексон. Ты Томас, выживший. Нет, я знаю, ты Мэдрокс, выживший, но в смысле имена наших персонажей. А. Паркер это ты, значит. Типа ты говоришь, нам нужно поторопиться. Все дела. Ну ладно, побежали. Офигеть, смотри, как красиво смотрится все. Черт, дождь. Я ни хрена не вижу. Дерьмо. У тебя по-русски? Нет. Так, у меня закончились эти штучки. Ты сколько их кинул? 6. Обалдеть, 5 штук. Ну ладно, давай без них сейчас добежим до света. Подожди, и там... я вижу охотника. Охотник это машина называется, если кто не знает. Че, умный до хрена? А здесь труп! Тачка. Черт, что случилось? Господи, они мертвы! Нет, тихо. Короче, их обстреляли. Автомат. But what the laying down? Что это лежит? Где лежит? Или что? Там было написано, типа, что это лежит? Сюда кинь, пожалуйста, одно. Куда? Ну, сюда прям. Осторожно, кидаю его. Кинул. А, тут два трупака, смотри. А. И все, больше нету? Вау, чел, я себе оптику намутил. Серьезно? Да. Что там, автомат? О, штурмовой шлем я взял. А я взял рюкзак. Окей. А я взял оптику, тоже себе взял. Да ладно. Да. Да мы дюпнули оружие. Так, ну ладно, оптика оптикой, но она без патронов. Чел, почему мне показывает от первого лица, что все красное, как будто я в крови? Не знаю. Ты, может быть, ты ранен? Может, как только прицел ставлю, у меня все красное. Походу, это у меня какой-то на очках светодиоид. Светодиоид? А у меня есть очки? Нет. А, тогда забей. Я персонаж такого создавался. Значит, у тебя. Так, there is nothing... What the f... I should carry on? Мы должны быть осторожны или поторопиться? Нет, харя поторопиться. Значит, мы должны быть осторожными. Да, кидай. Кинул. Кидался. Подожди, стоит. Чё за звук? Сова. Слышу эту херню? Черт возьми. Слышишь? Да, это вертолет? Не знаю, иди сюда, вот в кусты, пойдем. Какие-то жесткие звуки. Что-то я очкую. Ё-моё, ну недаром это хоррор-карта. Хоррор-миссия. Вижу какой-то знак. У нас даже патронов нет, чтобы отбиться, понимаешь? Чел, ты да меня видишь? На нуле. Тихо, еще одну кидаю, не знаю. Нам сказали идти вдоль дороги. Да-да-да-да, нам вдоль дороги на юг нужно. Так. Это, наверное, то, что сбило вертолет. Наверное.
Посмотри направо. Я думаю, если у нас нет патронов, то на нас никто пока не нападет. А, это ты? Продвигаться. Я вижу давай, церковь. Давай. Да, я тоже что-то вижу. Чертов дождь. Все, побежали. What was that? Дух? Что это было? Дух? I can be... Блядь, призраки? Он где-то кого-то увидел. Да, это хоррор, блин. Кидосы сделай. Какие кидосы? А, у меня только одна осталась. Все, больше нету. Whenever. О, смотри. Вау, машины. Машины. Кладбище машин. Точняк, какая-то свалка. Рядом с церковью. Рядом с часовней. Может, тут патроны найдем? Давай зайдем. Надеюсь, не кикскрим. О, черт, что это? Что это было? Меня кто-то кушает. Я не знаю, у меня все черное, я ничего не вижу. У меня все помутнело. Че за фигня? Это дух. О, чел! Да! Духи! Нас духи бьют! Я сейчас где-то был в какой-то сфере, ты тоже? Да, все размазано, да? Не знаю, ну я. Да, нет, у меня сейчас все норм уже. Мы сейчас были в какой-то сфере, что это? Тут скелеты, тут что-то можно взять. Я что-то взял только что на земле. Сейчас, подожди, я посмотрю, что. Чел, это. Все трясется! Фонарик, я взял фонарик, Сань. Меня куда-то уносит. Куда тебя уносит? Ты че? Черт, выйди нафиг отсюда! Ты че творишь? А, меня выйди. Убивают! Нет, выйди из здания! Меня затягивает в какую-то хрень! Беги, чёрт, Саня! Возьми. Блин, да ты вот передо мной! Ёб твою! Господи! Ты где? Я не знаю, меня куда-то откинуло. Ты под церковью? Ты вообще валяешься? Ты что делаешь, блин? Я, блин, пытаюсь выйти! О май гад! Какого хрена? Вставай, валим! Изи. Так, подожди, у меня фонарик есть, сейчас прикручу его к винтовке. Стоп, где фонарик? Он был там. А, вот он, я его выкинул, ничего. Да, зашибись, можно к винтовке зафигачить фонарик. А как его врубить, на L? Да, на L. Вау. Есть? Да, есть, все. Пойдем. Нет, только есть там. А, еще? Да. Нет. Так смотри, а за этим зданием какая-то фигня. Рюкзаки, смотри. Чемоданы. Что это? Вот, или что это красное? Не знаю. Посмотрим, что это за этими машинами. Господи. Слышал звук? Да, черт возьми, блин. Что? Это что? Это я не знаю, где? Лицо? Где? Вы со мной. Где? Подожди, ты что видел? Я слышу их крылья. Я тоже слышу. Пойдем, нам нужно следовать дороге, Сань, пойдем по дороге. Слушай, найти Джона Константина. Что это было? Что за иллюзии? Что за видение? Спина к спине. Спина к спине. Не отставай, Сань, не отставай. Черт, где ты? Блин, знаешь, так жестко страшно выглядит. Что это за крик был, Саня, ты че? Я не знаю. Вон там здание впереди. А еще дальше по дороге, там какие-то задымленные хреновины. Там дым я видел. Что это летит? Это какая там? Где летит? Да там. Дом. Нужно посмотреть, что внутри. О, боже. Так, давай, Сань, вместе за... О, черт, тут кладбище. За этим домом. Наверное, ой, какое-то индейское кладбище. Заходи. О, черт, что это? Кто-то копает что-то. Да. Звук идет с кладбища. Черт, пойдем в дом нахер. Надо патроны найти, Сань. Жестко надо патроны. О, фляга? Взять ее нельзя. Hello, anybody home? Ну конечно, так мне и ответили. А, в смысле там написано? Я не понимаю. Why can't they listen to me? Это дневник Тома. Мы нашли дневник Торна какого-то чела. Боже. Никто не слушает меня, никто мне не верит. Что-то, видимо, я их вижу, но никто не слушает меня. Черт, чувак, тут призраки. Патроны! Вау! Тут фонарик есть вроде как. Да, фонарик, бери, Сань. Finally. Фонарик и еще. А, это компас. Компас бери тоже. Я буду читать. Почему они не слушают? Это оно разговаривает со мной. Oh, никто мне really, не верит. Знаешь, говорят, что я сумасшедший, подожди. Okay. Они говорят, что я сумасшедший! Короче, никто не верит этому челу, который, видимо, здесь жил. Че, Сань, что такое? Я хотел сказать, что у меня, оказывается, фонарик был на оружии. Господи, нажми на L. Okay.
Врубай. А, окей. Ладно, запасной не помешает. Врубил? Так, все, тогда надо выходить. Так, я на балкончике. Ничего не видно. Вау. We will see who dies in the end. Подожди. Кто это снаружи? Говорит. Ух ты. А что это за мешочки такие? Какие? Вот эти. По идее, это фонарик и компас был. Все, пойдем отсюда. Короче, мы без патронов, а? Мы без патронов, пока да. Да, пока ты от первого лица? Да, от первого. Выходим. Смотри-ка! А, это та церковь. Понял. Все, уходим, бежим туда. На кладбище не хочешь сгонять? Да нифига, нет. На кладбище. Какое нафиг кладбище? Нужно бежать. Там Джейсону фигово, надо помочь ему вообще. Моя голова болит. О, черт! Ёб твою! Кто-то возле машины стоит! Вижу, это чел! Так, обходим. Обходим, okay, обходим. Общий канал, я буду говорить в общий канал. Hey, sir! О, черт! Черт, это призрак! Ё-моё, призрак! Я знаю, кто это! Кто? Это водитель, который разбился на этой машине. И вот его могила. Вот так. Блин. Что это я делаю? Я не знаю, что ты делаешь? Ты что творишь? Я, походу, подлечился. Наверное. Но зачем? Не было. А, ведь у тебя болела голова. Меня призраки били. Это чувство. Вещи неправильные. Что? Что-то позади меня? Нет, ничего. Только Мэд Рокс. Ладно, пойдем по дороге. Блин, жуть какая-то, чел. Серьезно. Похлеще всех фильмов ужасов, которые мы с тобой видели за всю жизнь, блин! Я слышал эту хрень! Да, я слышал! Че за хрень? Бежим только по дороге, только по дороге. Да, только по дороге, бежим, бежим. О, господи, я никогда не думал, что мне будет страшно. Кто-нибудь вообще думал? А! Смотри! Что за хрень? Это объект БР! Объект БР, за ним. БП, кто это? Что это такое? О, черт, у меня все мутное. У тебя тоже, Сань? Да, у меня какая-то музыка. Ты куда ушел? База, здесь база, чел. Да подожди, я тебя не вижу, я тебя потерял. Где ты? Вот он ты. О, щит, вон база. Черт, тебя только что здесь не было, Саня. Я был в каком-то другом месте. Я тоже. Дэм, чел. Дэм, сон. База, база. Где была? База? А где? База. Нет. Она прямо вот здесь. Может, она там и есть? После базы. Нет, пойдем по дороге, Сань. Давай не будем спускаться или типа того, ладно? Меня... Начинается. Мы теряем свой рассудок. У меня, короче, откидосы были. И показала базу, короче, военную. Зайчик. Слышишь, сзади кто-то скидет? Да-да-да, я слышу, нахер. Что? Oh, что это значит? О, господи. Да чувак, блин. Ты переигрываешь. О! Пошли, все чисто впереди. Да-да-да, вроде все чисто. Погнали. Что-то мне кажется, мы не успеем спасти Джейсона, чувак. Да хрен. Главное выбраться самим с этого дерьма. Еще одна машина. Где? Вон. Вижу. Вижу. Побежали. О. Ух, еще трупы. Ой, три трупа. Ой-ой-ой. AAF? What are you doing here? Что они делают здесь? Лагерь Рогейн is on top of this hill. На вершине этого холма. Лагерь Рогейн, куда мы идем с тобой. Тут могут быть патроны, кстати. Пистолет. Блин, нельзя пистолет брать. Как нельзя? Я взял. Блин, я почему-то не могу. Так, у них есть патроны в винтовке? Нет, у них тоже нет патронов в винтовке, Сань. Так что я, наверное, свое заберу. У этого есть что? Чё, я не могу брать ни каску, ни эту. Ничего. Да забей, нафига это? Нафига? Пойдем. Маски дос. Ага. Я посмотрю, что у этих чуваков. Койот. Так, шлем, полевая форма. Вот, жилет можно взять. Облегченный жилет цифровой, бронезащита. Неплохо.
все, можно идти. Блин, я без шлема, окей. Черт, нужно продолжать двигаться. Что? Вон, 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 видишь красные машины. Фонари? Да, от машины так светло, это так круто. Угу. О, компас, ништяк. Идем. Еще трупы. Блин, вся дорога в трупах. Что за хрень? Что-то происходит. Надеюсь, мы не будем с ним. Вау. Мы не будем с ними. Больше тел. На них что, напали, типа? Ну, внизу написано. Что мы не будем с ними? Надеюсь, мы не составим им компанию? Да. На этой дороге? Я тоже на это надеюсь, чувак. Твою мать! Ты слышишь? Да. Это всего лишь не видишь ничего иллюзия. Вокруг? Ничего не видишь вокруг? Нет. Всего лишь иллюзия, да? Чел, по идее... Скажи это этим чувакам, которые на дороге сейчас валяются. Всего лишь иллюзия. Какому? Я не вижу кролика. У тебя иллюзии. Кролик прям стоит. Не отставай, чел, прикрывай. Еще труп. Блин. Он до конца жизни не расставался с оружием. О, нет. Нужно быть осторожным. Враги могут быть вокруг. Ёпта. Да? Только этого не хватало. А что у нас есть? Ни хрена, чтобы отбиться. В своем сне я видел, походу, вон ту базу. В каком сне? Которую мне только что показывали. А, видение? Да. Смотри, смотри, что-то есть слева. Ребята, мы добрались до КПП. Вот, вот откуда дым был. То есть, когда молния сверкала, помнишь, мы видели дым? Да, да, да. Точно. Что здесь у нас? Мейт? Что такое? Почему мой фонарь выключился? Не знаю, нажми на L. Может быть, ты пушку сменил? Да, походу. У него есть что? Да, я нечаянно взял. Угу. Ах. Блин, БТР бы сесть. Какой долгий путь. Жесть. Это просто какая-то дорога смерти, чувак. Mad Max, дорога смерти. Да. The entrance is right here. Вход здесь. The smell, этот запах. Запах горящей плоти, сгоревшей плоти. Ой, мы в лагере уже! Ага. Обалдеть, я что-то даже не заметил. Лагерь Rogaine. Добро пожаловать в лагерь Rogaine. Мы вообще сюда за помощью, по идее, должны были идти. Open a door. Открой, что там? I need to find the HQ and speak. Нам нужно найти рацию. Чисто. И связаться с командованием. С командором. О, мне кажется, рация под этим навесом, нет? Может быть, да, может быть. Смотри, вертушка! А! О, черт, круто, отлично! Да? Но он сам не мог включиться. Если... О май гад, ты чертовски прав. Подожди, там что-то есть. Вау! Stop killing people! Хватит убивать людей, нет войны! Черт. Тут какие-то пацифисты жили. Так, ладно. Я проверю дальше. Еще, я нашел ноутбук. Так. А! О, черт! Чувак! Аварийная эта фигня включилась. Слышишь это? Дети! Черт возьми! Дети смеются, слышишь? Да слышу, я слышу! Пойдем вертушку прочекаем, чё она? Нет, нельзя ничего с ней сделать. Так, да, ничего нету. Машина. Откуда эти звуки, блин? Чел, машина. Во, эта машина выглядит так, будто она работает. Её можно сесть. Серьезно? Да. Попробуй. Или давай я сяду сейчас. Подожди секунду. Здесь осмотрим. Вот он, генератор, по идее. Вот он. Ты что там делаешь, блин? Внедорожник на место водителя. Я сел, чувак. Стоп, подожди. Я хочу левое сиденье. Нет. Сань, здесь мало, очень мало бензина. Машина работает, но мало бензина. Этого нам не хватит. Включи этого фары. Не хватит нам, чтобы ехать. Включи фары. Так, давай, может, канистру найдем. Мне кажется, этого не хватит, Сань. Может, у этих пацанов есть канистра?
Увы. Нам не хватит, я 100% уверен, что если мы поедем на тачке сейчас. We got multiple reports of... А, я рапорт прочитал. Of missing people. У нас куча сообщений о пропавших людях и паранормальной активности по всему острову. А дальше я не дочитал, не успел. Сейчас еще, может... Во. Так. Так, вот тут топливо. Local are so afraid. Жители... очень сильно боятся, но... А, очень сильно боятся выходить из дома по ночам. Мы послали отряд расследовать эту фигню на северо-запад. Северо-запад, Сань. Northwest. Все-таки, мне кажется, нужно пойти проверить, что там эти парни. Слышишь? Нам надо на северо-запад сейчас. Local, to calm down the local population. Чтобы успокоить людей. В общем, они отправили отряд, чтобы успокоить людей. По идее, нам в этом лагере что-то надо делать сейчас. По идее. Нужно найти рацию. Едь назад тогда, поехали назад. Куда назад? На базу? В лагерь, да, в лагерь. Полностью пролутаем ее, значит, мы что-то пропустили. Поезжай. Там был ноутбук в одном из зданий. Там ноутбуки, да, они везде были, но нам нужна рация именно. HQ, там написано было. А в это большое самое ты заходил? Не знаю, сейчас посмотрим. По-любому здесь. Я не знаю, ты же говоришь, что ты проверил все. Нет, это большое, я думал... Я то, там... что я не заходил, блин. А, ну окей. А ты какую сторону? Ты эту сторону проверял хотя бы? О, черт, раненый! Что? Где? Здесь, у меня. Черт! Точно, мы пропустили, видишь? Да. Командор Смит. Who are you? Кто ты? Что с тобой случилось? Ой-ой-ой-ой-ой. They lost... Они потеряли контроль. Мы отправили команду, чтобы те разобрались с ними. В камино. Что-то там take за что-то take. О, карта есть, я карту взял. Отлично. Ну вот какой-то. Take the map and find капитан Уолкер. Нужно найти капитана Уолкера, Сань. Чё, есть тут что-нибудь? Да, на столе вон что-то лежит. Ну, это фонари всякие. Что-то подобрать можно. Нет, не фонарь, это прицел. Вроде. Так, веревка. Ладно, давай карту открою, посмотрю. Нам нужно камино. Лагерь. Роги. Вон он, капитан Уолкер. Ага. Понял. Хотим подать голографический прицел, если хочешь. Не надо. Нам, в общем, ехать очень далеко. Очень далеко, я бы даже сказал. В общем, ладно, сейчас поедем тогда. Давай я за руль. Ладно, сяду. Можно? А бензина хватит? Видимо, он не тратится здесь, насколько я понял. Потому что, мне кажется, уже бы он истратился. Так, а что мы капитану Уолкеру можем как-нибудь помочь? Можем его вылечить или вроде того? Нет, походу. Капитан Уолкер, возможно... простите! Простите! Но мы не можем помочь его. Возможно, у него сломанные... Да, ну эти... Хотел сказать умную хреновину и вся. Забей. Если у него сломана бедренная кость, его нельзя трогать. Поехали. Бензина нет. Радио включит? Бензина нет. Да ладно, не заводится? Нет. Что ты врешь? Я тебе говорю, не заводится вообще. Докатались. Что если тут было бензина именно до того лагеря доехать? God damn it. С толкача надо. Все, пойдем отсюда. Пойдем пешком тогда. Докатались, блин. Надо было садиться и просто ехать. Да мы все равно далеко не уехали. Да, туда, обратно, ну посчитай. Бежали. Ну мы хотя бы ближе доехали бы. А, вон там, где фонари горят, что ли? Так, сейчас посмотрю по карте. Не совсем. Левее.
намного левее. Вообще, по идее, нам надо дороги держаться, потому что тут типа мины какие-то, еще какая-то хрень. Вот, поэтому... Поэтому давай держаться дороги, ладно? А, во, мы почти до конца дороги дошли. Да нет, не так уж долго, в принципе. А что это там горит? Это машина. Мы же по этой дороге прибежали туда. Чувак. И насколько я понял, лучше не сокращать путь. Потому что было написано, что всякие типа мины и растяжки на дороге. Так, все правильно. Бежим по этой дороге прямо очень-очень далеко. Have I been to Camp Rogaine? I need to find Camp Rogaine before going anywhere else. Мы же только что были там. Пойдем. Мы ходим кругами. Нет, мы были в Camp Rogaine. Нам нужно в камино теперь. Или в камино. Okay. Это, видимо, просто как подсказка. Да? Нас же этот отправил. Вон, у нас миссия на карте тебе отметилась. Капитан Волкер. Не, пока что лучше не бегай на шифте. Давай, прибережем силы. Что фиг знает, с чем нам придется столкнуться там. О. А больше бы таких молний. О, змея. А, вижу. Снейк. Солид снейк. Чё-то странно, никаких призраков, ничего этого нету. Согласен? Угу. Странно. Мы еще даже полпути не прошли. Хотя нет, ну полпути, если по дорогам считать, то прошли. Что-то какой-то кабан пробежал. Сейчас там будет развилка. Твою, вау. Что это было? Молния еще одна? Или да. Просто гром? Молния. Видел что-нибудь впереди? Далеко-далеко. Что там? Понятия не имею. О, какая-то вывеска. Где? О. Fire and Rage. Range. Гирна. 6 километров до Гирны, видимо. 6, или 6 миль, скорее всего. Нет, нам не нужна Гирна. Нам примерно столько же бежать до капитана Волкера. В камину. Забей. Это, видимо, фонари Гирны, кстати, горят. Потому что там лагерь, ну такой, типа, для тренировки. Тренировочный лагерь, стёшь. Но нам нельзя отклоняться от задачи. Отклоняться от курса. Там впереди что-то есть, видишь? Да, да. Похоже на еще одну машину. Подожди, я устал. Что-то дымится, по-моему. Я устал, подожди, давай посидим. Вот. О, моё. Ты светишь вперед, Саня, или как? В смысле? Ну ты фонариком. Ты как оружие держишь? А, во, все, сейчас норм. Ты просто когда медленно бежишь, у тебя, знаешь, одна рука такая... Я знаю, да. Опущенная, да. Ну, то есть фонарик светит в землю у тебя. Вон, слева. Что-то светится, но там, по-моему, деревья мешают увидеть. А, ну мы сейчас туда пойдем. Примерно туда. Чё это за херня? Это база, которая у меня была в видении. Серьезно? Да. Вон она говорит. Давай наискосок, может, не? Нет, не вздумай, не вздумай. Мины всякие, ловушки, okay. Помнишь? Okay. Не вздумай наискосок. Okay. Слушай своего командира, я твой командир. Сэр, yes, сэр. Все, чуть-чуть осталось, совсем немного. God damn it. Звук. Да. Черт, блин! Ё-моё! Не страшны.
Куда ты бежишь, блин? Ты осторожно, следи за выносливостью своей. Оставь ее, вдруг сейчас убегать придется от кого-нибудь. Ты че? Надо предусматривать, подожди, Саня. Что? Как мне, блин, сделать, чтобы у меня оружие было опять нормально? Не знаю. Нажми на левую кнопку мыши. Что это такое? Что за звук? Ё-моё, пойдём. Что-то очень-очень стрёмное сейчас здесь начнется, Саня. Очень-очень стрёмное. Что это? Да, кто-то, я слышу. Кусты какие-то. Да. Убежали. Блин, будь готов, чел, будь готов просто. Куда ты бежишь, блин, не трать выносливость. Чёрт! Беги нахер, беги! Ребёнок. Беги! Он прям нахер за спиной у тебя! Ты меня видишь? Да. Беги за мной. 2 метра от тебя. Немного совсем осталось, чел, немного. Вон он, свет. It isn't far from here. I hope Captain Walker and his team are alive. Я надеюсь, что Капитан Уолкер и его команда живы. Ты назад оглядывался, видел что-нибудь там? Нет, не хочу. Там тьма. Да, жесткая тьма. Тьма тьмущая, чел. Идем. О, смотри, там чел, чел на свету. Это капитан Уолкер. Ё-моё! Кого-то откачивает. Да, он кого-то откачивает, кого-то откачивает. Бежим к нему. Капитан Уолкер? Эй! Did Commander... Commander Peters send you... Командор Питерс послал вас? Ты! Ты слышишь этот звук тоже, да? Оно атаковало нас. Чё-то, подожди, еще раз нужно прочитать сейчас. Пусть он всё скажет. Оно атаковало нас. Оно было в нашем разуме. Пыталось нас контролировать. Оно везде. Тебе не сбежать. Оно знает. Оно знает! Знает о чем. Давай еще, скажи, я не успел прочитать до конца. Давай, говори, блин. Кого он откачивает? Так. Тебе нужно убить это. Я слишком слаб. Возьми мою винтовку и убей монстра в камино. Изи. Монстр? В смысле? Да у тебя патронов нет же, ты че, блин? Есть патроны! Взял. Зарядил. 30 патронов у меня. Вот же патроны валяются. Серьезно? Или нет? Нет, их, видимо, нельзя взять. Так, нужно убить монстра в камину, Саня. Монстра в камину. Ты понимаешь, что это за хрень? А где мне, блин, взять патроны? Я не знаю, видимо, нигде нельзя. Окей. Только одна, видимо, обойма у него. Фиг знает. Так, так, так. Может, в машине? Нет, пусто. Блин, монстр в камине. Хорошо, дай карту открою. Вон оно, стрельбище в камину. Да, Саня, это... Точно ты говорил, нам туда. Подожди, это стрельбище в камину. А где сама деревня камина? Чел, го. Мне кажется, нам сюда. Не знаю почему. Пойдем. Держись за мной, ладно, у меня есть. Это не тот путь. This road doesn't look safe. Окей, значит, нам сюда. Значит, камина, да, это стрельбище в камина. Нам нужно дальше идти. Блин, капитан Уолтерс. Надеюсь, он выживет. Но что там с Джейсоном стало, чувак? Чел. Ау. Держи W и нажимай на C. Ты видишь? Да, он как-то бежит, да, по-другому? Но он прицельно бежит. Over there, the rest of work... А, здесь остатки команды Уолкера. О, блин, ищи патроны, пакет. Патроны ищи, да. Это пакет. Патроны ищи. Нет, пакеты одно, патроны должны быть. Винтовки лежат, скрижи. Вот патроны есть, Сань.
Я себе одну взял, подожди, тут еще есть, еще пушки. Смотри на пушки лежачие. Окей? Так, лежачее оружие где-нибудь увидишь? Вот оно, вот у него в руках оружие, например, снаряжение. Нет, ничего нет. Ладно, давай я тебе скину. Скину патроны тебе, на. Держи. Скинул, прямо подо мной. Ага. Видишь? Да. Подбирай. Готово. Все. А, твою мать! Я не знаю, откуда нахер! Бежим просто прямо по дороге. Просто бежим. Черт, какого черта так освещается все? Это маяк! Это маяк! Маяк, маяк! Маяк, да. Точно. Продолжаем бежать, Сань. Нельзя останавливаться. Блин, опять эти кусты, опять эти звуки в кустах. Но нам нужно уничтожить монстров в камину. Значит, он там. Вань, заткнись. Какие стрёмные звуки, фу! О, чёрт! Не-не, не стреляй, не стреляй, это дух. Он говорит, помогите мне. А, мы за ним должны следовать, за ним, Сань. Да, да, да. Он нам показывает путь. Он показывает нам путь, куда бежать. Видимо, он хочет, чтобы мы освободили его. Слышишь? Да. Но вот есть одно но. Как бороться с призраками? Ведь пули им не страшны. Как мы убьем-то призраков? Чё за хрень? Так, маяк. Давай. Где маяк? А вон он. Его-па. Маяк — это круто, хоть чё-то видно. Эти хреновы кусты. Ну, нам туда, вон, налево. Мы уже почти пришли. Побежали, давай. Еще один забег устроим. Тихо. Что они делают? Они просто стоят. Они приветствуют нас. Это наши братья. AF Soldiers. Это типа солдаты. Да, это наши эти... Он на меня идет! Не, он не на тебя, он просто ходит. Они просто ходят все, смотри. Жесть, блин, пойдем. Знаешь, откуда звуки? Откуда? Ну, ладно. Да? А, точно! Все, куны. Ё-моё. Да, у меня тоже помутнение. Идем. Сильно силу не трать тоже. Силы не тратить. Не глубже в лес, мы уже почти дошли. Давай постоим, может, немного. Давай. Что там? Маяк, это, конечно, круто. Те челы исчезли. Я все. Готов? Опять эти кустарники шевелятся. Черт, их дери. Чем дальше мы туда проходим, тем громче всякие звуки странные становятся, стрёмные. И тем их больше становится. Вон, та сфера, я видел ее тоже в видении своем, Сань. Да, я... Нам внутрь нужно зайти, скорее всего. Мне кажется, там и обитает эта хреновина, которая заразила весь остров. С всякими... Лайтхаус. Типа фонари. Да. Ну фонарь. Типа. Как раз нам туда. Вот прям четко туда. Твою. Черт! Что это такое? Молния попала. Да мне тоже так показалось. Тоже показалось, что молния попала. Это может быть отвлекающий маневр, смотри по сторонам. Это не отвлекающий маневр, Сань, это кто-то указывает нам путь. Да. Сам Зевс. Там, наверное, в заборе дырка сейчас будет пройти. Конечно, молния пробила дырку в заборе, чтобы пройти туда. Сам Зевс указывает нам путь, Саня. О, давай постоим, давай. Опять звуки. Оглядывайся. Бля.
Пойдем. Че это там взорвалось-то? Это машина, походу, взорвалась какая-то. Да-да-да, машина. Ёптвэ, сколько там трупов. Ну хотя бы я четко знаю, куда нам идти, потому что я помню это видение. Помнишь, когда мы в церковь зашли в ту на дороге? Не церковь, а типа такая часовня. Слышишь? Да-да-да. Камина прямо здесь. Я думаю, эта штука ждет нас. Нам сюда было. Нам сюда. КамАЗ взорвался. Вот тут будь осторожен, окей? Да. Что тут написано? Блин, давай грузить. Camino Firing Range. Welcome to the Sniper School. Добро пожаловать в школу снайперов. КамАЗ. О! О, что это? Свет отрубился. Больше трупов. Они выглядят так, будто не знают, что их убило. Как насчет зайти в это здание? Я первый. Заходим. Что это? Research facility. Maybe I'll look around. Нужно осмотреться. День седьмой. Поиски возможного субъекта. День 210. Unstable, but why? Это шторм. Высокоэнергетический. Уровни что? Какие-то эксперименты нахрен здесь проводили, такое чувство. Слышишь? Да-да-да-да-да. Шел. Пусто. Пошли в сферу. Думаешь? Да. Пойдем. Она близко. Где она? Будь осторожен нахер. Смотри, они просто полегли все, они не знали даже, что их атакует, понимаешь? Но, возможно, это типа какой-то, знаешь, Эми-удар был, они все... Эми-удар? Который вырубает только электронику? Пипец. Я говорю, типа Эми-удар. Да я понял, понял. Но для так, людей. Надо как-то пройти сюда. Ну как? Ну нам явно, да, туда, в эту сферу? Ой, сюда, сюда иди. Там есть проход? Да. Иду, иду. Чувак, готовься, ладно? У нас всего 30 патронов, не пуляй их зря. Окей. Okay. Просто, да. Целься и думай, куда стреляешь. Возможно, это оно. Вау! Inside the zone. А, да, оно здесь. Что? Слышишь, обитель зла смотрел? Да. Помнишь, там типа разрезал? Я пойду первым. Давай, давай, давай. Чувак, будь осторожен. Danger, опасность. Я никогда не видел ничего подобного прежде. Тихо, Паркер, мистер Парк. Лаборатория. Эти лучи меня не убьют? Да нет, не знаю, стой, не лезь, не лезь туда, нафиг. Нафиг не лезь. Что это за сфера? Наверняка как-то что-то можно отключить их, я не знаю. Я прохожу? Блин, фиг знает, чел, фиг знает. Подожди, стой, стой, стой. Что это такое лежит на полу? Не знаю, что это. А, попробуй. Прошел? Здесь чувак. There it is. Это оно. Должен ли я убить его? Что я должен делать? Подожди, тихо, тихо, тихо. Don't talk to me like... Не говори со мной, будто я какая-то вещь. Я человек. Или, по крайней мере, был человеком. Стой, стой. Надо сейчас прочитать это все полностью, окей? Они делали ужасные вещи. Меняли мое тело и меняли мой разум. Пожалуйста, прояви сочувствие. И закончи мои страдания. Что? Давить его надо. Да не надо, подожди. Вот, на компьютере. Конечно, before I lose control... А, да, он просит убить его, по-моему. Что там? Что? Чё за фигня, Сань? О. Он нас использовал! Я нажал на это... So you choose to release me. Now you have to live with your decision. Ты говнюк, Сань! Ты, блин, погубил нас! Ты нахрена нажал на какую-то кнопку?
Ты выпустил его, понимаешь? Ты просто выпустил нахрен его. Теперь тебе придется жить с этим решением. Задание выполнено. Ё-моё, Саня, нахрена ты нажимаешь на все подряд, ничего не читая? Почему? У нас все равно не было бы никакого... Мы могли убить его! Мы могли убить его и освободить, он просил убить его. Все, миссия выполнена, это, видимо, здесь две концовки есть. Либо убить его, либо отпустить. Ну ты выбрал отпустить, ну серьезно что ли? Ну блин. Так, в общем, ребят, давайте попробуем другую концовку. Мне не очень, на самом деле, понравилось прошлое, поэтому я решил посмотреть, что же будет все-таки. Все-таки сейчас. Если я выберу другой вариант. Так, я ничего подобного не видел в жизни. Что это говорит? А, лаборатория. Все. Наверное, можно заходить. Так, вот и он. Саня, по-моему, на ноутбуке там что-то нажал. Release the spirit, освободить дух. Не, ни хрена, я тебя не буду освобождать. Это он. Должен ли я убить его? Так, давайте посмотрим теперь, что тут есть у нас. О, тут топ секрет папка. Он говорит, что да, не говори обо мне, будто я какая-то вещь. Я был человеком. Со мной делали ужасные вещи. Пожалуйста, освободи меня, пожалуйста. Прояви милосердие и закончи мои страдания. Давайте так и поступим. Так я и поступлю. Сдыхай. Что такое? И это все? И это все? Убитые вами свои. Объект БП. Объект БП свой? Что за фигня? Окей, короче, ладно. В общем, мы узнали, что будет, если бы мы выбрали другой вариант. Здесь всего две концовки. Вот эта, которую сейчас вы видели, и предыдущая, которую вы видели, когда мы проходили вместе с Саней эту карту. В общем, ребят, я надеюсь, вам понравилось. С вами был Томас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, скидывайте видео друзьям. До следующих видео. До следующих видео.